Слева от меня боец ростом 175 сантиметров, весом 70 килограмм, 23 год, чемпион России по панкратиону, призер чемпионата СКФО по грэпплингу, два боя на профринге, две победы, бойцовский клуб «Перкур» Расул Элиас! Справа от меня боец ростом 175 сантиметров, весом 70 килограмм, 21 год, призер международного турнира по боевому самбо, три боя на профринге, три победы, бойцовский клуб «Расул». Поддержим наших бойцов, друзья. Будем работать на этом. Бобела. Давай, 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 давай
Галека. Yeah.
Решение судей неожиданное, дорогие друзья, но нашим судьям виднее. Итак, нас ожидает экстра раунд, друзья! А это значит, что бойцы равны по силе. И ждем еще одни 5 минут. Я не дал бы доказать, кто у них сильнее. Хотя бойцы на равных условиях, в равной силе, в равной физической подготовке. Аплодисменты только бойцам! Thank you.
По раздельному решению судей
победил Хункер Паша Асмай! Аплодисменты, друзья, поединок был шикарный. Согласитесь, аплодисментами. Хункер Паш, твой соперник делал акцент более на партии. Ты готовился к такому раскладу? Да, хотя хочу менять. Дик соперник вор, на лавке вор.